Пожелайте. Товарищи офицеры, садитесь, пожалуйста. По ваших прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаю здесь, по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией. Просил бы начать доклад с ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском. А после этого прошу Павла Юрьевича свои соображения изложить. Знаю, что по поручению начальника генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии. Есть. Я сделал доклад очень обстоятельный и министерству обороны, и Беша высоко его оценили. Но я хотел бы вас послушать лично. Есть. Давайте начнем работу. Добрый вас. Одна из святых вооруженных сил, которая хозяином которой был один из наиболее успешных министров обороны Российской армии 19-го года. Это копия, есть еще одна копия, и подлинная. Значит, я дам вам, то не дадите, коллеги. Или Михаил Ильич может взять с собой, там, как вы решили. Вот. Так. Сейчас вот Пасха будет, да? Вот так, что вот это вот. Никаких вообще даже поползновений. Хорошо. Товарищи офицеры, товарищ Верховный Главнокомандующий, указ на категории к работе готов, генерал-полковник Ламин. Здравия желаю. Здравия желаю. Товарищи офицеры. Товарищи офицеры.